сегодня 27 мая. Нахожусь на поле, где мы посеяли горох. Горох мы сеем впервые. До этого у нас в севообороте не было этой культуры. Срок посева 4-5 мая. На данный момент вот поле вот так выглядит. Несмотря на засушливую весну, не то что засушливая, она очень засушливая, очень жаркая у нас, аномальная. Горох вот, ну, думаю, что неплохо выглядит. Сорт аксайский усатый, репродукция массовая. Потому что покупали такие семена. Но он нам не то что для получения какого-то коммерческого успеха, сеем, а скорее ради севооборота, потому что до этого у нас бобовых не было в севообороте.